Фитофтороз – это очень опасная грибковая болезнь для томатов и других культур на участке, с которой не понаслышке знаком каждый второй огородник. Это заболевание уничтожает листья, побеги и плоды и может полностью лишить вас урожая. Профилактику от этого заболевания я начинаю с агротехнических методов и правильного ухода за томатами. Нужно обязательно раз в 2-3 года пересаживать томаты на новое место. Нельзя заливать томаты поливной водой сверх меры. Нужно соблюдать посадочное расстояние между томатами. Обязательно нормализовать кислотность грунта и pH. А также не допускать попадания большого количества влаги на листья в дневное время, чтобы не появлялись ожоги. Если же фитофтороз все-таки добрался до моих томатов, или в качестве профилактической обработки, я всегда использую одно и то же средство на основе дрожжей и йода. Эта подкормка содержит полезные микроорганизмы, которые быстро вытеснят вредные бактерии из клеток растения, а еще очень позитивно скажется на росте и развитии томатов. Плоды будут созревать раньше, а их количество вырастет на 15-20%. Приготовить такое средство очень просто. Берем один пакетик сухих дрожжей, 1 столовую ложку сахара и 3-литровую банку с водой. Смешиваем все ингредиенты до полного растворения, настаиваем в течение 2 часов, после чего выливаем содержимое банки под томаты. На каждый куст необходимо пролить не менее 1 литра такого средства. Параллельно с этим я делаю йодовый раствор из ведра воды и 20 капель йода и опрыскиваю томаты по листу. Сразу скажу, что перед обработкой нужно заранее удалить все пораженные листья и стебли, чтобы зараза больше не распространялась по участку.